Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол о прекращении огня на востоке Украины. Протокол состоит из 14 пунктов, которые включают в себя все аспекты контроля, обмена пленными и другие вопросы, сообщают СМИ, ссылаясь на источники, близкие к переговорам контактной группы по Украине. Другие подробности содержания подписанного документа неизвестны. В то же время премьер-министр Арсений Яценюк подчеркнул, что мир на Донбассе должен быть установлен именно на основании мирного плана президента Украины Петра Порошенко. Как сообщалось днем в пятницу, во встрече в Минске принимают участие второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, спецпредставитель ОБСЕ Хади Талиевини, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, вице-премьер ДНР Андрей Пургин, а также глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий.